Продолжаю делиться с вами своими секретами. Мы идем по такой дорожке. Видите, здесь такая вот высажена интересная мята. А вот посмотрите, мята начинает прирастать, и она уже пустила корни. И эти корни, видите, в воде создают вот такие вот красивые композиции. Вот видите. А вот здесь высажены кувшинки, и вы тоже видите, как красивые легенькие стебелечки держат листики, которые тоже специально собраны разных цветов, для того, чтобы, если увидели картину пруда Моне, создать такое ощущение разнообразности цвета. Заходим в наш грот. И в гроте мы попадаем совершенно в уникальное пространство. Во-первых, здесь влажно, прохладно всегда. Жарким летом прохладно, просто приятно постоять. Здесь много воды, много брызг, и все сделано так, как в природе. То есть где-то со сталактитов капает вода, если вы видите. Сделаны специальные окошки, которые можно через окошки смотреть над гладью воды. Вот в глади воды, видите, отражается пространство, и поэтому пейзаж становится вот такой вот интересный. Внизу в гроте специально сделаны просветы, окна, для того, чтобы свет сюда попадал, подсвечивал чистую воду, камни, и вот мы как будто идем мимо подземной горной реки. И эта пещера, на самом деле, она живая. В ней все живет. И когда я говорил о том, что вода оживляет все, она оживляет даже те камни, которым, возможно, миллионы лет. Хотя здесь, в пещере, все сделано искусственно. Это полностью, абсолютно искусственная пещера, искусственный камень. Все эти струйки и камни сделаны специально для того, чтобы создать такую вот абстрактность, природную абстрактность. Как будто все здесь собрано случайно. Вот, видите, это папоротник. Он еще маленький, но он скоро вырастет. Будет красивая такая шапка. Но вот растение, оно высажено в специальной геотекстиле. Видите, здесь геотекстиль, внутри земля. Таким образом, земля не попадает в воду, но тем не менее, мы можем прямо в этой реке, прямо в воде высаживать растения. Сверху этот геотекстиль можно вот так вот прикрыть камушком аккуратно, задекорировать, да? И мы этот материал уже не видим, но у этого растения есть специальная своя ниша проживания, и поэтому он хорошо себя чувствует. Здесь есть интересные горные растения, достаточно выносливые, очерки. И вот такие вот красивые небольшие лианы. Это вербейник иволистный, который вскоре заплетет все, будет все просто зеленое. А здесь создана интересная такая вот затопленная экстремальная дорожка. Она сделана специально, чтобы на нее затекала вода. Не все в природе должно быть удобно, прямо так вот, что ты можешь ходить в тапочках, да, как по паркету. Все сделано так, чтобы какое-то чувство, какое-то состояние экстремальности ты получал. И поэтому мы можем прямо вот пойти по ручью, по этой дорожке. Видите, на камень затекает вода. Я стою в воде, но ноги у меня сухие, потому что водички очень-очень мало. Она просто смывает камень. А здесь я захочу посмотреть сквозь струю воды, сквозь толщу воды. Я могу ее потрогать рукой, вот так вот, видите, и вот она падает из такого красивого грота. Специально сделаны дырки для просвета солнца, для того, чтобы воздух продувал, хорошо проветривал водопад, и здесь можно, иногда попадают лучи солнца. А вот это устройство японцы называют цукубай. Но мы его немножко видоизменили, переделали, модернизировали. Ну, мы принимаем идею японцев о том, что заходя в сад, нужен умывальник. Покажу вам и тоже интересный момент. Да, вот видите, вот этот вербейник иволистный, он заплетает почву. Скоро здесь будет просто зеленая подушка. Борта озера практически нету. Он засыпан землей. И здесь, видите, озеро как будто в природе начинается. Вот трава, вот уже у нас водные растения, и пошло само озеро. Здесь я специально высадил такие вот высокие мискантусы, которые скоро
дадут колосья, будут еще выше человеческого роста, и они создают здесь вот интересную проходку. Они специально вот так вот высажены, чтобы не все было видно. И там в пещере мы видим, вот видите, вот прямо, вот прямо как натекает в пещеру вода. Вот. И вот эта проходочка, она создает вот такую вот природную, манящую дорожку, которая немножко закрыта, но на самом деле вход в эту композицию, он здесь.